Сразу несколько событий произошло сегодня в Алатыре. Верующие встретились в православном центре, известном на всю Россию. Началось все с гранта, который выиграли в традиционном всероссийском конкурсе «Православная инициатива». Организаторы проекта – культурно-просветительский центр «Люди». Это они привезли в «АЛЛАТРЕ» выставку и телерадиожурналистов, пишущих, снимающих и рассказывающих на эту тему. Город известен своими православными традициями. Здесь находится один из крупнейших паломнических центров, расположенный в Свято-Троицком мужском монастыре. Есть и женская обитель Киево-Николаевский Новодевичий монастырь. Представители радио «Вера», телеканала «Спас», журнала «Фома» знакомились с городом и его жизнью, чтобы потом рассказать о них на всю страну. Сама выставка – это фоторассказы о судьбах и истории жизни наших современников.